Всем доброго времени суток, с вами я, Сумрак, и мой друг... Angry Wolf. И у нас сегодня летсплей на тему... Minecraft 2.0. Вот, это специальный отдельный лаунчер, очень, кстати, интересный. Я, на самом деле, недавно начал Angry Wolf позже, но он уже с этим знаком. Ну, не очень. Я новичок здесь. Вот. Я тоже тут только второй раз, Маны. Ты не туда вообще идешь, иди за мной. Раком стоять. Раком? Не знаю. Все, спала, шип. Не в ту сторону, подожди. Я давно тут не играл. Тут есть очень крутая штука, зацени. Иди сюда. Прямо, что это? Смотри на меня. Батут называется. Зацени на меня сейчас, посмотри. Ай-яй-яй. Во, зацени. Нет, куда ты улетаешь так? Сейчас, это же мало, почему-то у меня не разгон почему-то не берется. Да я когда первый раз стал, я вообще в космос улетел. Вот. Главное тут. Вот! Да, тут главное. Тут ХП у тебя не заберется. Не боись. Вот, видишь, как я высоко. А ты так высоко прыгаешь? Просто отойди, вот, и зайди за мной. Вот. И ходи по батуту. Не стой тупо, а ходи. Вот, смотри. Нифига себе. Ходи просто по батуинту, не стой, а ходи. О, да, реально попит. А можно здесь запрыгнуть, за. Это я когда первый раз, короче, попал, я такой, что за черно-зеленую фигня? Болото, что ли? И вот попался. Я не знаю, почему это не это баги, это читеры или как их там называть, короче. Короче, это не официалка. Пошли. Сейчас я через забор как попал. Сейчас не надо вспомнить, куда идти. Тут, короче, должна дверь такая быть, и типа ты пришишься. Портал. Ау, все, вспомни, как бегать. Вот. На W два раза. Два раза, да. А, вот. Вот. Так, вот сюда, по-моему. Ой. Да, сюда. Вот она, деревня, то, что я тебе говорил. Только это не совсем сталкер. Да, ну, короче, как сталкеры. Ой. Нажми на музыканта, музыка пойдет. А, не нападай ни в коем случае. Не нападай, они сейчас грохнут тебя. А, это уже баг исправили. На страже никогда не нападай. Там, короче, будут стражи такие. Не нападай, они тебя все возьмут и на тебя побегут, пока вначале так было. Помнить их можно? Нет, иначе они все на тебя пойдут. Тут покупать можно, видишь, обменивать. Так, все, так. Тут, короче, я вот и дальше не проходил. Я вот там дальше будет дирижабль, на дирижабле был. Вот шоп, пойдем. Ну, короче, потом. Ну, сейчас закрыт. Он сейчас строится, потому что раньше вначале он был открыт. Вот, видишь, тут дохрена таких. Здесь можно... Раньше, вот когда в начале было, тупо подходишь, нажимаешь на табличку и покупал. Сейчас уже нет такого. Видишь, уже все занято. Нет, они сейчас тебя нагнут. Смотри, они у них сейчас нагнут. Это фракция. Нажми на Е. На Е нажми. И третья колонка фракции. Фракция. Я люди. Ты люди? Я нет. Я тире такая. И эльфы. Я эльфы и тире. Да, тут мод как сталкеры, слышь. Я тебе говорил. Ой, что за говно? Ты ходишь и спрашиваешь, типа. Чем построить это место? Зачем построили это место? Просто... Ну, такой, да, это okay. Такой на... Ну, летсплей. Пошли топешимся. Такой, даже не летсплей, а обзор, я бы сказал, данного мода. Вот, да, откроем. Да, куда? А, класс and room. Иди сюда. Иди сюда, не в ту сторону идешь. Посмотри в бок. Вроде темно, но... Погнали. Випи! Я так понял, да, это очень длинный летсплей будет. Обзор даже, я скажу. По идее, это сейчас тут дом, нет, уходи, тюрьма. Я помню, я тут уже был, я, короче, попался, и дверь закрылась, и все. А спаун тут не работает. То есть пишешь спаун, а нихрена, а? А почему я подняться не могу? Короче, слушай, сейчас охранник ударяю, быстро бегаем. Да, он тебя сорил сразу, спорим, и остальные против тебя пойдут. Ладно, ты не туда вышел, надо самый верх. Я иду. Да, дорогие тюрьмы, телезрители или кто, как вас там назвать. Вау, подойди ко мне, это босс. Вон зацени. Фига себе, это давай ударим и убежим. Ага, тут невозможно бегать, здесь тяжело бегать. Нифига, привет, батя. Привет, батя. Меня слил. Я сейчас ударю. Все, я умер. Я тоже. А, это был босс. А что ты стартом не заводишь? Можно, потом введешь. Сейчас, потому что на сервере. Это когда ты уйдешь из сервера, ну, из спавна, тогда может быть. Тут я не помню, куда-то. Здесь как рандом. Раньше вот эта штука, кстати, работала.
Она в лес, по-моему, тебя тпшила. А, сейчас я бегу. Во, вот сюда. Куда ты пошел? А, там, где зеленая штука такая. А, это эти, изумруды. О, это ПВП арена, да, изумруды. ПВП арену хочешь? Ну, у меня оружия нет. Так, какая разница, у меня тоже, пошли, помочимся. Зацени. Ну, что, здесь эти же. Алмазник. Знаешь, что тут делать? Опыт собирай, бегай и тырь опыт. Зацени, здесь тоже мало. Бегай и тырь опыт, что непонятного? Здесь раздачи бывают. Это админ, кстати, на будущее. А, здесь хоть отправить. Это админ на будущее. Во, тут батут, да, чтоб тебя никто не тронет. Это вот пипи здесь, да? Тупо опыт получай халявный и все. Вот видишь? Я сейчас свинью ударю. Потому что когда, дорогие зрители, когда умираешь, половину опыта только теряешь, ну половину уровня. Ну, половину ударю. Всего кто опыта. Убил? Кто тебя убил? Давай быстрее. Быстрее. Ай, мне сейчас зомби грохнет. Блин, свинозомби, никогда не бейте свинозомби, потому что они все разом начинают на вас бежать. Ну это прикольно. Они хп быстро травят. О, брат! Ты тоже блуждаешь? Я просто запутался. Да, я знаю, здесь очень как-то... Не, давай не по делу, у нас оружия нету. Такой, я зашел, что делать? Это кто такой? Возьми это, да не бей его, это мастер ПВЕ. Он дает задание, отойди. Что ты тоже ударил? Че ты его разозлил? А ты в пусть его можно выпустить сейчас как-то. Не надо, он меня... Зацени, не в портал не иди, иди сюда. Прыгай вниз тупо. На батун, на батун. Зацени. Уи! Эпик! Эпик! Свинозомби не трожь, прибьет. Он меня убил. Ну ты рак. Меня свинозомби убил на батуне. Я тоже. Ай, меня свинь. Все, давай не пойдем сюда. У нас оружия нету. Я пойдем. О, я вижу тебя. Стой, 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 брат, брат, брат. Я пойдем. Сумрак, сумрак, сумрак. Мы идем вот. Нет, адский. А я не знаю, как спавниться на, ну, самом сервере. То есть мы на спавне, а сервер я не знаю. А может вот сюда пойдем? Сюда, в адский, наверное. Ну все помад. В адский. А, это, короче, ничего не делать тебе. Спорь, ты не тпшнешься. Надо стоять вообще просто. Ты не тпшнешься, спорим? Спорим 100 рублей? Я тут 20 минут стоял, я помню. Это обманка называется. Вот сюда, наверное, мне кажется, я не знаю. Все мутит, 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 мутит. Вот всё. Опля. Во, блин, в аду. Я не знаю, на самом деле, дорогие зрители, где тут настоящий сервер, то где мы строить будем и так далее. Это... Ай-яй. Там не прыгай, да, тебя солит сразу же. Да, вот, мне кажется, надо нажать на какую-нибудь команду. Ай, знаешь, куда надо? Я понял. Там, где деревня, помнишь портал? А, наверное, там выйдем на нормальный сервер. Вот сюда, в алмаз. Ой, стражи вышли, нифига, чего у них в руках. Это не бей их только, они тебя солит. Это фракции разные, у каждой фракции своя оружие, своя одежда. И кажется, тебе будет... Короче, да, вижу, у них, я хочу за них играть. А, подожди, дорогие телезрители, ставьте пальцы вверх, если вам понравилось. Это был эпилог, как бы краткое содержание о спавне, да. Вторая серия будет уже, как мы, вот, музыка даже заиграла. А, если вам понравилось и хотите дальше смотреть, подписывайтесь. А подписывайтесь, сказал я, то знаю я такие, которые ни хрена не делают, и, блин, хрен знает, что нравится тебе или нет. Все, всем спасибо, всем с вами был Сумрак и Angry Wolf. И Сумрак, как всегда, бегает от рыбака. Давайте.